И всем привет, меня зовут Рицу. Мы продолжаем играть в твою очередь умереть. И мы пытаемся что-то снова найти. Я каждый раз забываю, что нам нужно сделать. Какая-то большая, конечно, проблема у меня. Ну я вроде бы хотел на второй этаж вернуться, потому что мы на первом этаже все нашли. Да, точно, я... Все, нам нужно... Нужно пройти дальше, там... Новые комнаты появились. Точнее... Новые двери, окей. Река и Нава здесь стоят. Уже... Да, точно, там... Новые три комнаты исследовать нужно. Сара? Река? Я слышал, что ты нашла Нава. Ты хорошо справилась, спасибо. Ну, слышала, когда ты уже увидела ее, окей. Мне жаль, что... Что вы беспокоились обо мне? Не парься, особенно... Потому что ты уже в порядке. Ну... Опять же, тот же... Опять же вопрос остается, как она попала на кухню. Ну, Нао, мы же твои приятели, верно? Не убегай так больше, окей? Приятели? А ты не хочешь, чтобы мы были приятелями? Если мой макияж страшный, я могу смыть его. Блин, я посмотрел на нее без этого. Без макияжа. Хотя, в принципе, она и так неплохо выглядит. Это не то, я очень счастлива. Отлично. Да, ну... Знаете, капли сделали... Стала бы она лучше выглядеть без них? Не знаю. Не уверен на самом деле. Ну еще эта обводка глаз у нее такая прям... Ладно, она и так неплохо выглядит. Кстати, у нее тоже какие-то сережки на ушах есть. Ну, неудивительно, конечно, по ее стилю вообще. Как у Джо. Кстати, вот у него странно, почему... Почему сережки на ушах есть. На Орек стоят в проходе. Я постараюсь... изо всех сил загладить вину за то, что вы беспокоились. За то, что доставило вам проблем. В порядке, Нао. Спасибо, Сара. Окей. С какой бы двери начать? 02. Кстати... Еще эти цифры... Окей. На ручке есть... циферблат, чтобы ввести в нем номер. Ввести номер. Блин, окей, ну это довольно... Тогда это, в принципе, одно из двух. 380, давайте попробуем. 380. Окей, черная дверь открылась, но это было легко. Давайте сразу откроем вторую дверь. 6-1-2. 6-1-2. Окей, ну это... Ну, кстати, там и черные, и белые цифры были, да. Тут даже не наугад, а просто... Так логично будет. Черный к черному и белый к белому. Пароли. Давайте слева начнем. Черная комната, какая-то лампа, доска и это что такое? Электрический бумажный шреддер. Это машина, чтобы разрезать документы и все такое.
внутри куча разрезанных кусков. Как насчет этого, Сара? Ты видишь что-нибудь интересное? Ну, стоит достать, наверное, бумажки из той кучи. Может, какой-то пазл там будет, который можно собрать. Это? А, просто мусор. Наверное, это просто трата времени проверять это все, а? Не знаю. Воссоздать документы из всех этих бумаг может занять много времени. Я попробую поискать ее. Это мяу. Гин. В мусорке ты будешь рыться и собирать эти бумаги, окей. Ага, кажется, Гин весь воспылал. Я присмотрю за ним, пока он не закончит. Окей. Тогда оставим это на него. А сами тогда пойдем в белую комнату. И... А, она только что сказала, что будет присматривать за ним, но уже вышла назад, окей. А, идем в белую комнату. А, как эта цепь? Как ее назвать-то? Цепь? Просто цепь, короче. Висит что-то... На ней, может, что-то было уже? Или, может, ее нужно зацепить с чем-то? Понятно. А, на цепи, на конце цепи наручники, окей. Наручник. Интересно, что это? Плюс воздух в этой комнате чувствуется тяжелым. Ну, это место не очень хорошее. Что ты имеешь в виду? В принципе, я, наверное, с ним соглашусь. Мне не очень эта комната нравится. Я могу почувствовать что-то плохое каким-то образом. Так что, пожалуйста, скажи мне. Я ставлю на то, что кто-то умер здесь. У нас есть бумажки, в принципе. Кто-то еще должен был быть здесь. Кто-то умер здесь. На самом деле, я не знаю. Может быть, но... Мне как-то кажется, что никто не умирал здесь. Почему-то. Ну окей, давайте. Будем думать об этом, как будто здесь кто-то умер. Пока что. Хотя я на самом деле не уверен. Я могу едва учуять запах крови. Ну, может быть, окей. А, так как здесь есть пыль, она была смыта уже давно. Если сложить время, да, возможно, первое испытание. Интересно. Первое испытание в комнате, в которую можно попасть. Если мы все свалились... Точнее, нет, не все. Но, по крайней мере, мы свалились. Первое испытание. Кто здесь мог... Здесь могла быть Кана? Ну, блин, как... Как она тогда вышла отсюда? Или кто-то был в одиночной камере с одиночным испытанием? Может быть. Блин, тяжело какие-то догадки нормальные придумать. У нас пока нет никаких, на самом деле, зацепок, кроме как Канна с ее сестрой. Как только я осознала это, я поняла.
Неизбавляемое сырое зловоние крови. Этот воздух, который отражал мои инстинкты. Он отвратителен, я хочу... Чтобы меня стошнило. Пау, что не так с этой игрой? Почему она какие-то ужасные просто картины показывает? Серьезно? Как будто здесь кого-то пытали, я не... звери какие-то. Каждый раз. Так это, наверное, самое жуткое, что вообще было за все время. Надо будет пересмотреть внимательно, что вообще там было. Не представляю это. Блин. У Сарака это вообще жесткая фантазия, прям. Я бы точно такого не смог представить, но спасибо. Чувствуешь свой предел, Сара? Кейджи. Я проверю каждый уголок этой комнаты. А ты выходи, Сара. Но... Я говорю, доверься своему дружелюбному полицейскому. Окей, да. Как обычно, блин. Сколько раз он скажет за это за игру? 20 раз? 100 раз? С мягким толчком в спину, подошла к выходу из комнаты. Подумай только, что пустая комната заставит меня дрожать. Он был заложен во мне страх смерти. Окей, остается одна комната. Видимо, там что-то будет. Хотя. Ну да, наверное, мы можем. Зайдем туда и. Когда мы выйдем, оттуда уже Гин закончит собирать мусор. В центре стоит большая красная дверь. Число 0. Цифра 02 показаны на сверху двери. Что может это значить, этот номер? Давайте попробуем в черную комнату зайти. Может, Гин уже закончил. Может, Гин начинает восстанавливать свой дух. Окей, ну то есть... Большая доска, на которой ничего не написано. Мне кажется, это проектор какой-то или, ну, лампа какая-то. Она что-то... Что-то должно показываться на этом. Что-то просветить, может быть, на этой доске как-то. Не просто так, это лампочка. Свет направлен на доску. Пока что... может быть, это отсюда была вторая половина записки, что она там оборвана, бумажка эта. Но пока точно сказать не могу. А куда уж? Нет, не сюда я хотел. Нет, это не то. Появляется белая вспышка, но это обычно что-то значит, но не в этот раз, видимо. В белую комнату мы не можем зайти, вернемся назад тогда. Оу, Эми, Сара, вау, ты уже очухался. Ну, здравствуй. Да, было бы странно, если бы он не привел ее с собой. Интересно, если бы не взяли мы Гина с собой, кто бы исследовал те бумажки? Разве ты не устала? Это нехорошо работать, слишком усердно. Ты должна немного отдохнуть. Я хочу отдохнуть, а все еще энергично. Блин, я даже не знаю, выбор какой-то странный на самом деле. Не часто такое встретишь вообще, что приходится так много выбирать.
И непонятно, на что это повлияет вообще. Давайте останемся здесь. Я не могу отдыхать, не пока все остальные трудятся усердно. Я бы сказал, что отдых — это по-своему ценный выбор. Все же ты никогда не знаешь, кто атакует тебя. Так что я знаю, как ты себя чувствуешь, Ниссара. А, да. Опять же, кто-то его вырубил, возможно. И кто-то здесь среди нас это был. Непонятно. Мисс Сара, я не думаю, что должна ходить на первый этаж сама по себе. Блин, как он это сказал, на самом деле, я... На самом деле, правда, он прав. На первом этаже прям совсем уже не безопасно. Потому что там почти никого не осталось, кроме... На втором этаже кто есть? Нао, Река, Кейджи, Гин... Соу, Кана и я. А на первом этаже остались Гонби, Кутаро, Кай. Никого не забываю. Три человека на первом этаже остались. Может, он пытается подсказку какую-то дать, может, он кого-то заметил и типа так пытается намекнуть на того, кто это был среди тех, кто на первом этаже остался. Интересно. Но... Эй. А, точно, Джо еще... точно. Джо твой лучший друг, верно? Джо мой лучший друг. Блин, я не знаю, на самом деле... Было бы проще, если бы она сама сказала, но... Блин, мы делаем выбор. Я не знаю, насколько они близки были в школе. Да, сделать его лучшим другом, блин, я не знаю. Лучше ли он друг, Сари? Фу. Да, такие выборы появляются, всегда долго думаю об этом. Потому что... О, боже. Только я говорил, что я долго думаю и просто случайно нажал два раза. О. Точнее, я просто уже навелся на первый вариант и просто случайно прикоснулся мышке. Она нажала кнопку. Точнее, я нажал кнопку. Окей, пускай лучший друг, окей. Судьба решила за меня в этот раз. Да, он может быть иногда по-разному... Блин, может иногда быть немного глупым. Но он очень хороший парень. Ага. У него... Немножко другое мнение, наверное. Мисс Сара, тогда ты доверяешь Джо? Блин. На самом деле я больше склонялся к тому, что мы... Что мы просто одноклассники, блин. Одноклассники, блин. Я теперь жалею. Ладно, я сделал свой выбор. Я сделал свой выбор. Давайте будем верить Джон. Пускай у меня были с самого начала игры прямо подозрения о нем, что он... Может быть, не тот, за кого себя выдает, но, блин. Я хотел быть подозревать его до конца, но похоже, что мои подозрения должны закончиться сейчас. Иначе, блин, мой выбор придется изменить. Так что насчет Джо, мисс Сара? О-о, Со подошел очень близко ко мне и прошептал...
Ты помнишь, что голосование? Ага. Я почти забыла. Нет, я пыталась забыть это. Второе испытание. Голосование, при котором профессор Мишима умер. Исключая мой собственный голос, Мишима получил три голоса. Соу и Нао получили 0 голосов, и все остальные получили по одному голосу. Но, конечно, мы думали, что этот выбор ничего не значил. Видишь ли, я проголосовал за Джо. И на каком основании ты, интересно, проголосовал за него? У тебя какие-то подозрения были? Или ты меньше всего ему доверял, видимо? Ты знаешь, что это значит? Извини, я должно быть озадачило тебя. Блин, боже, это блин, так интересно на самом деле, все это становится с каждым разом. Я даже не знаю, кто может быть предателем теперь. И кого я хочу видеть на месте предателя на самом деле. Блин, ужас. Столько загадок. Мы пойдем, теперь мы пойдем. Увидимся позже. Блин, он оставляет только больше вопросов. Или настолько просто хитрый, что пытается настроить нас против Джо. Это тоже вариант. Я уже никому не доверяю здесь. После этих всяких замыслов, заговоров, боже, я уже не могу говорить. Мое кресло. Я уже не знаю, кому верить. Джонни проголосовал за себя. А за кого я проголосовал? Я тоже не проголосовал за себя. Я, по-моему, за Мишу проголосовал как раз. Стоп, или он... Или он говорил с нам, что проголосовал за себя? О, нет, надеюсь, я ничего не забыл. Но это и правда очень интересно становится. Куда это все идет? Окей, возвращаемся на первый этаж. Я уже не знаю, что думать. На первый этаж сейчас мы спустимся, и нас бах сразу по голове кто-то ударит, и все, и мы... Я боюсь куда-то идти уже. Надо пушку свою доставать и просто с ней ходить. У денег ничего не появилось. Серьезно, блин, у меня просто паранойя уже развивается с этой игрой. Это не к добру. Я не помню на самом деле такой игры, чтобы настолько большая интрига была. Кто вообще что делает, что думает, кто есть кто. Серьезно. Скрытая комната. Я уже серьезно боюсь просто по каким-то комнатам заходить, потому что меня могут просто бах и агрессивнее кто-то по голове. И это не очень хорошо будет. Мне, конечно, все исследовать, все узнавать, это прям замечательно. Лучшая часть игры, определенно. Давайте сходим в бар. Джо? Давайте мы постучим по спине. Джо сидит утомленно. Он смотрит что-то на его руке. Он нашел карточку. Заглянуть со спины, напугать его, попытаться поговорить. Давайте не будем на карточку смотреть, давайте поговорим. Столько выборов. А что такое, Джо? Вау, Сара, ты напугала меня, то есть это был два одинаковых выбора.
Окей. Да, смотрите, у него на ушах тоже какие-то... Какой-то пирсинг. Необычный. На что ты смотришь? На что ты смотришь, Джо? Это было внутри моего кармана, только не показывай мне его. Это... А. Это было фото меня, Джо и Рёка. Рёка? Мы были в кафе и весело беседовали. Ты скучаешь по Рёка? Я такая фотогеничная. Какой нарцисс. А. Кто такая Рёка? Ты скучаешь по Рёка? Да. Блин, я скучаю по ней. Определенно, это недопустимо для меня подозревать Джо. Угу. О, боже. Либо это просто игра пытается натравить меня на Джо, либо это Соу пытается натравить меня на Джо, или кто вообще пытается меня заставить никому не доверять. А... Что происходит просто в этой игре? Я не... так озадачен. Ну, это, конечно, хороший знак. Соу должно быть просто видеть тени там, где их нет. Я просто жду уже, я жду этого момента, когда уже кто-то просто открыто предаст нас, когда мы наконец-то узнаем, кто это, кто тут ходит предатель, кто тут улыбается нам в лицо и просто на самом деле злодей главный, кто же это? О-оу, она что-то заметила? И внезапно я одумалась. Джо был вовлечен в это, потому что он пришел в мой дом. Нет, то есть она теперь будет винить себя из-за того, что она подозревала сначала Джо. Точнее, у нее была мысль о подозревании Джо, но... Потом она тут вспомнила, а нет, это же он из-за меня здесь. Потом она закроет глаза на него совсем, и вон бах! Просто нож в спину тычет, но он... Вау, это прям невероятный поворот. О, боже. У меня просто такие мысли сейчас в голове. Насколько это позднее осознание? Я был так сконцентрирован на себе. Я не думала о перспективе Джо ни на секунду. У меня было первое нормальное свидание с Рёко в тот день. Он как-то слишком, я прям... Я смотрю на него, я прям вижу... Он в конце концов может стать таким... Стать злодеем, и у него такое будет очень злое лицо, как вот в всяких фильмах бывает, в аниме или что-то, чем-то таком. Когда, типа, ты не подозреваешь никогда его, и он такой, бах, злодей. Невероятно злой. Но, и с другой стороны, я также в тот же... А, блин. Также вижу, что он прям совсем невиновен, и вот как он сейчас выглядит, он такой есть, в принципе... Простенький такой, но добрый парень, но, блин, опять же, я ни в чем уже не уверен. Или он супер какой-то крутой актер. Я был так нервничал, что я не совсем не мог говорить. И каким-то образом мы в итоге начали говорить о тебе, Сара. А? Ты помнишь, что в то время, когда ты пыталась посидеть на дорожном конусе и упала на свою задницу, я не смог перестать смеяться. Блин, как это сидеть на дорожном конусе? Это прям на кончике его сесть, что ли? Ужас. Что? Ты обещал, что никому не скажешь? Ага, это определенно оживило нашу беседу. И затем я ее спросил,
почему она решила встречаться со мной? А, что ты имеешь в виду? Почему? В смысле, ты не так хорошо меня знаешь, да? Какой-то флешбэк. Ага, правда? Ну... Друзья... Друзья Сары не могут быть ни один друг Сары не может быть плохим человеком, знаешь ли. Я просто не могу перестать смеяться над своими гениальными просто идеями. Насколько это тяжело. Они прям пытаются намекнуть, прям вот пытаются. Друзья Сары не могут быть плохими людьми. Ха-ха-ха. Забавно, верно? Потому что я думал то же самое. Джо. Рёка и я сделали соглашение. Если кто-то заставит Сару плакать, мы заставим их плакать. Он... Каждый раз, когда он делает такое лицо, я прям ожидаю, что он что-то прям такое скажет, что я прям что-то прям шокирующее будет, что-то прям невероятное. Так что, типа, перестань выглядеть так, как будто ты на грани слез. В смысле, я имею в виду, Джо, ты... Если я заставлю тебя плакать, Сара, это значит, что... Рёка, блин... Сок. Что это значит? Я никогда такого не видел выражения. Допустим, побьет меня, верно? Хи-хи. Ты прав, Джо. Лучше ты будешь защищать меня. Да, когда я увижу дорожный конус, я избавлюсь от него. Избавься от этого из своей памяти, я имею это в виду. Фу, ужас, это просто было... Этот диалог, это наша беседа, это прям... Подозрение на подозрение, я прям ожидал какой-то подставы, серьезно. Фу, наконец-то оно закончилось. Я кое-куда нажал, куда не следовало. Чуть звук не проиграл. Лишний, окей. Надеюсь, я никого не достал своими дурацкими теориями бесконечными. У меня их еще в голове просто большая куча, но... Оставлю это на следующий раз и... Фу, пора заканчивать. Блин, это прям насыщенная серия была. Мне прям понравилось. Возможно, одна из лучших была. И что ж, всем спасибо большое за просмотр. Спасибо, что смотрите мое видео. Оставляйте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. До скорых встреч и всем пока.